Но наши бабблс — это настолько нереальная вообще такая вещь. Она такая, как бы. И тем не менее она реальная. Она даже падает. Она даже падает, да. Прикольно. Так, мужчина, надо это сам на YouTube выставить. Он сегодня заработает кучу этих самых лайков. А еще с этим кораблем. О, май гад, это корабль. О, как красиво. Вообще что-то с чем-то. Корабль плывет, слушай. Ой, классная фотка. Обалденная. У тебя камера лучше. Я прям каким-то отдаю этим синим. Всеми этими, как она, оттенками. У меня попроще камера. Всеми фибрами души. Да, это очень красиво. Ну, вода сейчас розовым переливается, потому что небо такое классное. Это ты ему крикнула? Come on, this way. Да. Или ты Bubbles крикнула? Обалдеть, beautiful! It's unreal! Oh, yeah, yeah, this way. Все, я уже нафотографировала. Ну, красавица, у тебя фиолетовые оттенки еще такие красивые. А потому что, может, видео снимаешь? Да, наверное. Кстати, да, видео лучше. Ой, смотри, какая красота. Вот это искусство. Потрясающе. Вот это искусство. Живое искусство. Я бы называла это живое искусство. Как оно пропадает, да? Как оно пропадает? Так и называют. Да. Падает вообще исключительно с вот этими. Слушай, у нас с тобой артистические души, мы просто балдеем от всего, даже когда бабблсы лопаются. Видим не только картинку, знаешь, конкретную. Мама! Да, как оно падает даже там красиво. Ой, ну этот корабль, это что-то с чем-то. Это вообще не передать словами. Sorry. Are you looking for mom? Где ты, дитё белое, голая, уже все посинело. Мама, чтобы нафига выплевать. Она взяла меня за ручку, думала, что я ее мама, представляешь? Может, это хороший знак? Ага, да, детеныша чувствует добрую душу, да. Детеныш такой раздетый. Почему они такие раздетые, бедные? Мама беременная. Третьим, а, и двое голых детей бегают по цементу, по асфальту. Посмотри, как малый ловит. Ой, вот это прикольно, как малый ловит. Смотри. Ай, да. Это все. Да, малый когда ловит, это все. В сравнении с малым.